Глава Тувы Шалбан Караул 19 марта провел рабочую встречу с заместителем генерального директора ПАО МРСК Сибири Павлом Акилиным. Энергетик доложил главе республики о ходе реализации пилотного проекта по созданию цифрового района электрических сетей и новой цифровой подстанции в административном центре Кызыльского Кажуна, поселке городского типа Кайхем. По словам Павла Акилина, реализация важнейшего для развития энергосистемы Тувы проекта идет согласно утвержденным графикам. Относительно Кайхема, этот проект. Докладываю, что на сегодняшний день у нас все директивы подписаны, все советы директоров прошли, эмиссия акций регистрируется по мере выкупа. На сегодняшний день первые 20 миллионов мы уже подрядчику отдали. Проектирование по первому этапу у нас завершено, находится в госэкспертизе. Второй, третий этап тоже на подходе, на выходе. Я думаю, что к середине апреля у нас второй этап тоже госэкспертиза выйдет, ну и где-то там к началу мая третий этап тоже по проектированию завершим.